Здоровче! Ни для кого не секрет, что через неделю нас ждет выход нового персонажа. Кто-то называет ее Гидроархонтом или Гидрохутавой, а кто-то нарекает ее Аквой из мира Таевата или бесполезной гиней. Кем является Коками на самом деле, пока судить очень рано. Да, хочу предупредить, что сливов в этом ролике не будет. Да и в любом случае, окончательные характеристики персонажа нам пока неизвестны. И сказать точно, на что она способна, мы сможем только после ее выхода. Знаем мы наверняка только то, что она будет хилом. И вроде как скиллы Коками будут завязаны на значении ее максимального количества хп. Из чего можно предположить, что сигнатурный катализатор, который нам показали на стриме разработчиков, будет основным статом заливать именно хп. Внимание, вопрос. Зачем тогда тратить кучу примагемов и ролить оружейный баннер, если истинная сигнатурка Коками будет трехзвездочный эпос о драконоборцах? А не это ваша фальшивка, Ведь эпос при смене Коками на другого персонажа будет заливать целых 48% силы атаки персонажу, на которого мы поменяем Коками. При пятой пробуде эпоса, конечно. Но его выплевывает из молитв сотнями, и думаю, пробудить эпос ни у кого не составит труда. А теперь меняем Коками на доступную всем Барбару. И по факту почти ничего не меняет. Гидрокатализатор, которая хилит в процентах от хп и который также идеально заходит эпос. А если дать Барбаре хорошие артефакты, то она и дамажить сможет. Правда, Коками дамажить может и пассивно, не находясь на поле боя. Да и у Барбары есть один неприятный недостаток. Это самоувлажнение от элементального навыка, которое очень сильно затрудняет сражение с криовражинами. И если у Коками такого не будет, то выглядит она немного лучше. Но стоит ли это траты примагемов? Следующий вопрос. Где задание легенд Коками? Все, думаю, помнят выход патча 2.0 и баннера Аяки, где нам сразу же выкатили задание легенд Еемии, которое даже сделали как обязательное при прохождении основной сюжетки. И абсолютно все могли потрогать Еемию вместе с ее сигнатурным луком задолго до выхода ее баннера. А что с Коками? В конце сюжетки патча 2.0 нам показали ее как основное действующее лицо в конфликте, лидера сопротивления. И все помнят, как она ворвалась на поле боя, отхилила всех, чем переломила ход битвы в сторону сопротивления. И когда в конце сюжетки Коками позвала главного героя к себе в бунгало, явно напрашивалось ее задание легенд. А в итоге в патче 2.1 мы несколько раз пообщались с ней на старте сюжетки и все. Внимание, спойлер. Коками даже в финальной битве не было. Тогда на помощь пришли только Гора с Казухой. Ну, возможно, когда выйдет баннер Коками, разрабы выпустят микропатч, где добавят ее задание легенд. Или же она, как и Кицин, останется без своей сюжетки. Если учесть все сказанное и то, что Коками выходит после баннера Райден, который уже успел опустошить кошельки игроков, плюс после Коками будет патч кариранов самых ожидаемых персонажей, создается впечатление, что Михуё совсем не заинтересованы в продажах Коками и ее оружейного баннера. Но что-то тут не сходится. Михуё, не заинтересованы в продажах. Да не, фигня какая-то. Исправить ситуацию с оружейным баннером может добавление вместе с сигнатуркой Коками второго достойного оружия. Но на посох Хомы можно не рассчитывать. Добавить могут небесное крыло, волчью погибель, либо лук Амоса. Но на Амос тоже не стоит особо рассчитывать, он скорее всего будет с рераном Ганьюй. А исправить ситуацию с продажами баннера Коками может только ее имбовость и достойное задание легенд. Но если задание легенд все-таки не будет, остается только имбовость персонажа. И возможно, Коками не так проста, как нам кажется. Но, к сожалению, все, что нам остается, это только ждать ее выхода. И уже потом проводить адекватные тесты, а не тыкать пальцем в небо, пытаясь угадать, какой она будет. А вы как считаете, будете ролить баннер Коками и ее сигнатурку? Или же припасете примагемчики на Хутао и Козу? Ну а после можете заглянуть в описании ролика, там ссылка на Дискорд, присоединяйтесь. Также на стримы залетайте с понедельника по пятницу в 19.00 по МСК. Ну и на этом, покеда!